Наш посредством вот этого мероприятия, первый международный фестиваль коворкинга, который состоится 4 июня на территории строящегося объекта Лагунова 7, мы планируем представить аудитории совершенно новую модель бизнеса, которая существует во всем мире успешно на протяжении последних 10 лет. Мы не зашли бы в этот проект, если бы не знали о том, что проект успешно адаптирован и на территории России. В Москве открыто несколько коворкинг-центров, которые успешно работают. Соответственно, мы заявились с этим решением, опираясь на их практику и их опыт. В числе приглашенных спикеров на форум летят организаторы вот этих крупных коворкингов, которые представлены в Москве и в Екатеринбурге. Три из спикеров сильнейших в России будут на нашем форуме. Собственно говоря, они и раскроют тему коворкинга широкой целевой аудитории. Потому что данное мероприятие, оно направлено на популяризацию молодежного бизнеса, направлено на развитие, так скажем, бизнес-компетенции у ребят, чтобы они больше общались, встречались, находили креативные идеи, развивали нашу себя в первую очередь, а посредством этого экономику нашего региона, нашей страны. Данный формат, формат коворкинга, является это таким европейским трендом популяризации бизнеса, где ребята могут найти нужные контакты, ребята могут найти молодые и микропредприниматели первых клиентов, и где могут успешно развиваться, при этом тратя не очень много денег.